Неприятный запах и желтый оттенок. Качество горячей воды в автозаводском районе Тольятти не соответствует норме. Роспотребнадзор провел химический и бактериологический анализ воды. Ранее глава города Сергей Анташев дал поручение ресурсоснабжающим организациям разобраться в сложившейся ситуации, установить причины снижения качества горячей воды в автозаводском районе, включая появление неприятного запаха. Исследование продолжалось в течение недели. В результате выяснилось, что вода, поступающая от ресурсоснабжающих организации, не соответствует нормам по нескольким показателям. Присутствует запах и сероводород. В течение дня льется вот такая вот непонятного цвета желтоватого вода и стоит жуткий запах. Жуткий какой-то ржавый химический запах. Исследования проводились по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Согласно экспертным заключениям филиала Госцентра гигиены и эпидемиологии по Самарской области в городе Тольятти, вода, отобранная в пробах у ресурсоснабжающих организаций и на сетях, разводящей сети центрального горячего водоснабжения, не соответствовала требованиям санитарных правил питьевая вода, гигиенические требования, качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества, гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. По следующим показателям запах и сероводород. По иным исследуемым показателям вода соответствовала требованиям. Мы видим, что мэрия сейчас будет учитывать эти замечания. При подготовке к следующему отопительному сезону более конкретно будут проводиться проверочные мероприятия. Да, нам надо проводить санацию. Мы как общественность, как мы депутаты будем более активно участвовать в контроле на этой ситуации. Но я подчеркиваю, вот весной должна начаться новая работа по подготовке к следующему отопительному сезону.